Друзья, всем привет! У нас на выдаче очередной автомобиль. Сегодня это BMW X7. Владелец данного автомобиля приехал к нам с задачей немного его преобразить. Он покатался порядка 2 лет и захотелось неких изменений. Первое, что мы сделали, это полная шумоизоляция салона. В автомобиле теперь станет гораздо комфортнее передвигаться и гораздо тише. Ну и вторым этапом произвели оклейку. Для этого мы выбрали ПВХ-пленку цветную. Это белый матовый перламутр. Ну и, соответственно, оклеили весь кузов. Помимо оклейки всего кузова, мы защитили переднюю оптику полиуретаном, предварительно отполировав. И также все черные глянцевые стоечки и задние фонари мы также отполировали и защитили полиуретаном. Автомобиль освежился, преобразился. Я думаю, что владелец будет доволен. Ну а результат вы можете оценить.